Ну что, погнал я на шиномонтаж, загрузил вот так вот все это дело. Вот один-два диска таких, ну, печальненьких, но мне на тракторок пойдет. А тут даже камера, по-моему, стоит. Непонятно, почему она там стоит, но посмотрим. Вот, как-то так. Привет, YouTube, привет, подписчики и гости моего канала. Значит, решил я поменять колеса, поставить вот такие вот. Вот такие. 205 на 65, 15. Это волговские диски. Кто смотрит канал, те помнят, что я покупал мост, передок. Но здесь у меня на этой новой технике будут стоять либо газоновские колеса большие, либо там, я не знаю, подберу, короче. Они мне сюда не идут. Вот буду ставить взамен вот этих. Ну как, эти-то останутся, понятное дело, на дисках, ну мало ли что. Но буду ставить вот такие вот катки. Вот такие. Почему такие? Видно, да? Сейчас. Видно, да? Размер вот этой резины и размер вот этой резины. То есть... Вот она, пятно контакта этой резины. Вот так вот. Здесь намного шире. Это я со временем потом вырежу. Буду вырезать через две. Два через два. То есть две здесь, два оставляю, два следующих. Нарежу такой протектор. Вот. Они и повыше будут немного, чем эти. Но и побольше, чем жигулевские. В принципе, сейчас я покажу. Вот оно, жигулевское колесо. Вот видно, да? Насколько оно больше и выше. И шире. Вот так вот я решил сделать вот такой вот ему немножечко апгрейд, будем так говорить. Резак. Значит, что я делаю резаком? Резаком я прогреваю внутрянку. У меня есть вот такая вот ступица, это разблокираторы для мотоблока. Вот сюда она чуть-чуть не влазит, поэтому нагреваю и вот этой штукенцией туда ее засаживаю, и она у меня потом раздает это кольцо, и все, без заморочек, без лишних. Дальше я отмечу, высверлю отверстие, где мне надо, не буду тут ничего переваривать, не доваривать. Мне прикрутить, оно там центруется, все. Этого достаточно для самоделки, для тракторка. Вот, как-то так. Многие ждут уже, когда же я поставлю реверс. Ребята, ну, сегодня плюсовая температура. А сегодня ночью будет перепад в 20 градусов, сразу в минус. Сейчас у нас плюс 15, ночью обещают минус 5. Вот, снега нет, поэтому... Неделя снежная ждет. Пока это все не устаканится, реверс ставить не получится. Единственное, что я сделал, я поменял здесь звездочку. Стояла вот такой вертолет, стоял на 16 зубов. И вот такая вот на 42. Это Ижовская. Я поставил, не знаю, звездочку на 11 зубов и на 26. Вот такая маленькая. То есть разницу вы видите, да? Звезда, будем так показать вам. Вот 42 и 26, короче, что там рассказывать. Шах у них абсолютно одинаковый по цепям. Надо будет поставить натяжничок, потому что немножко из-за того, что звезд было на один зуб больше, было бы замечательно. Ну, так как нет, придется натяжничок ставить. Но это не беда, это мы сделаем. Коробку пришлось подвинуть на 7 сантиметров. Двигатель пришлось тоже сдвинуть на 7 сантиметров. Ну и, соответственно, все это дело переделать, передвинуть натяжник. Вот здесь он крепился. Все это сдвинулось туда. Соответственно, рычаг тут обрезался. Вот тут я его обрезал, вырезал 7 сантиметров и также его вварил. Все, это самое такое, что я переделал. Почему я так сделал? Это для того, чтобы когда ставить реверс,
Дальше я вот это все дело сниму и поставлю, где я уже это делал. Вертолет вот здесь вот будет стоять обратно. Так как вот эта звездочка, у нее идет вынос относительно флянса. Но там я уже буду ставить так, как мне ее надо. Мне токарь это все дело снимет, проточит ровненько. И там я уже буду по этому двигать так, чтобы оно у меня все совпало. Все совпало, стало, но это нужно время. Это на случай, если вдруг вот эта штукенция не выдержит хороших нагрузок, то я уже не переделывая ни коробки, не сдвигая двигатель, ничего, откручиваю все на место, ставлю как есть, вот в таком положении. Сейчас оно работает отлично, и скорость присутствует, и тяга присутствует. Вот. Единственное, что сделаю новый кардан, этот оставлю, это все оставлю на всякий случай, если вдруг что-то пойдет не по плану. Это все у меня уже заварено, сделано и лежит, ждет своего часа. Вот, поэтому сейчас занимаюсь колесами. Посмотрим, что получится. Вот так это все дело пока выглядит. Вот такие узенькие. Ну, колея я не знаю. Колея она будет та же самая. В принципе, все сейчас сами увидите. Маленькое пятно контакта. Ну что это? Ладно, все это хорошо. Ну, сейчас буду ставить, смотреть. Так, как-то так вот получается. Вот таким вот образом расшевелить вот это посадочное. Ничего тут страшного и ужасного нет. Для тракторка в самый раз. Зато минимум переделок дисков. Не надо вырезать, вваривать. Все это отлично будет работать и так. Все, ну впрочем,
Сейчас я их все сделаю и, соответственно, поставлю и посмотрим, что уже получится. Вот как-то так. Резина, многие спрашивают, это резина Луаз, старого Луазика. Купил на Авито. Вот. Вышло мне два колеса. Купил за 3000 вместе с дисками. И два колеса за 5000 вместе с дисками. Вот такая вот резина. Поэтому будем экспериментировать, ставить и смотреть. Итак, одно колесо почти подогнал. Поставил его вот так вот правильно, да, как оно должно быть. Вот. Здесь, значит, у нас идет зазорчик. Все. Это колея 70 сантиметров. Сейчас я его поставлю на выворот, наизнанку, чтобы база была широкая также. Также осталась широкая база. Вот. В принципе, очень даже можно использовать и вот таким вот образом. Вот. На такой узкой колее уже колесо шире. И за крыла не будет выглядывать. Ну, буду экспериментировать. Что тут? Ничего страшного и ужасного как бы и нет. Сейчас я его прикручиваю и покажу, как это будет все выглядеть наизнанку. Ну, то есть, чтобы вы знали, что это колесо спокойно становится. А здесь просто прихватил так и даже не закручивал на два болта. Разблокировал колесо. Оно еще тут идет восьмерочкой. Ну, как притянется, будет все замечательно. Все. Не знаю, или так оставить, все колеса поставить, или все же, нежели наизнанку вывернуть. Ну, впрочем, поставлю наизнанку. А там будет видно. Может, даже я переставлю его таким вот образом. Для более такой, как говорится, маневренности, что ли. Я не знаю. Ну, время покажет. Так, мужики, ну сзади поставил на выворот. Ну, еще не мерил. Замеряю. Получилась вот такая вот база широкая. Но перед может их поставить как надо. На 70, туда до рамы. Вот это поставил так. Ну, здесь я уже не заморачивался резаком, а так вырезал, чтобы шплинт попадал и так, чтобы не выцеляться. Вот, мне пойдет. Отлично. Вот. Но если поставить правильно, то оно вроде как прячется. Там зазор у нас есть. Здесь у нас, ой, тут у нас везде так же. Ну, здесь вот примерно все то же самое. В крыло заскакивает отлично. Получается, вот так вот видно, да? Или поставить его на выворот. Ну, на выворот, если ставить, оно вот тут из-за крыла выходит вот так вот. Ну, не критично. Допустим, если в огороде надо будет, то их развернул там раз в году, отработал, какие-то операции сделал. Сейчас, наверное, поставлю на выворот, посмотрим, как оно будет. Вот, поставил на выворот, теперь оно выглядывает вот так вот, из-за крыла. Это крыло еще недоработанное. Ну, не знаю. Впрочем, наверное, пока так оставлю. Пока. А в дальнейшем посмотрим. Ну, совсем другой вид приобретает. Надо уж он здоровый, так хоть колеса теперь такие тоненькие. Ну, в общем, я доволен. Все хорошо. Вот это уже техника. Ну, а там, может, даже и елку когда-нибудь, как денежка появится лишняя, возьму елку. Воду самую широкую. А может, и эти оставлю. Мне что, протектор нарежу. И хватит их за глаза. На крайний случай цепи повесить. И будет достаточно. Небольшие. Вот. Ну, сейчас посмотрим. Ух, катки. Короче, сделал я, недолго думая, натяжничок. Вот такой вот
ролик какой-то, не знаю, прикрутил, там гайку приварил, прикрутил, здесь засверлился. Это коромысло, которое у меня стояло раньше на этом самом. Вот, две пружины. Ну, поставил одну, еще не катался, ну сразу кинул вторую, чтобы натяжка цепи была нормальная. Сейчас вот так вот это все дело поднатянулось. Ну а там посмотрим, надо будет откину вот эту. Это с каких-то тормозов, это тоже с тормозов. Тут гаечку прикинул, че приварил, чтобы было зацепиться за что. Как-то пока так. Ну а там посмотрим. В принципе, здесь можно ее послабже кинуть сюда, повыше. Либо на низ туда будет она посильнее натягивать. Ну, в общем, еще не испытывал. Сейчас буду испытывать. Ну да, думаю, прижмет она его капитально. Посмотрим, посмотрим. Как-то так. Короче, думал, что задним ходом будет она ролик откидывать. А нифига, нормально. Сейчас покажу, попробую. И вперед, и назад. Сейчас увеличу. Вот, впрочем, вперед. Коробка крутится в ту сторону. Вот, вот так вот звезды. Звездочка крутится вот так, в ту сторону. Вот так вот. Отсюда по часовой стрелке. Это вперед. И натяжка идет здесь. А это слабая сторона. Потому что на видео будет сейчас в обратную эффект такой. В обратную. Короче, вот, вперед. А вот сейчас назад будет. И ролик, он играет, но он не до... Не дает. Сейчас вот эта сторона будет натянута. Это считается слабая сторона. Не знаю, слышно меня, нет. То есть будет сейчас крутиться против часовой стрелки коробка. Ну, думаю, если хорошую нагрузку дать, то на ролик отодвинет. И там прослабнет. Ну, посмотрим. Это задняя скорость, в принципе, нормально. Ну, вот как-то так. Короче, я доволен. Так, ну, что хочу сказать. Катки испытал. Вот так вот это все дело. По грязюке проехался. Разместил там дорожку. Ну, сейчас пойду покажу. Вообще трындец. Прет, что черт. Так это я передок еще не включал. Только на одном заднем мосту. Из-за своей площади, да, милое дело. Ну так чуть-чуть обчистил. Грязище, конечно, ну подлетает. Сейчас пойдем и покажу. Вообще там трындец. Меня стянуло с этого, с дорожки. Вот, надо было передок все-таки подключить. И тогда бы я нормально, а так стянуло. Пойдем. Так, ну тут меня чуть-чуть скинуло в эту сторону. Тут он на калоши цепляется. Оно все мокрое. Оно же блестит. Вот. Все это на одном мосту. Вот тут, сюда, туда. Потом меня сюда вот закинуло вообще на пахоту. И ничего. Выехал. Нормально таки выехал. Вот что значит площадь. Тут вообще, я не знаю, замес такой. О, куча какая. Ну ничего, это мы потом уберем. Отвал есть. Когда все просохнет, все равно тут не хожу. Но надо было испытать. Вот. Так что, ну, я доволен. А на всех четырех, да, милое дело. Итак, подводим итог. Получается, вот такая вот красота, будем говорить. Я доволен. Чуть-чуть выглядывает. Ну, понятное дело, она-то и пошире стала. Но это на вывернутых колесах. На обычной колее все замечательно. Вот, теперь хоть... Катки как катки,
не так будет возможно проваливаться, прогрузать, как узкие колеса прогрузали. Вот. Останется только что нарезать протектор, но это уже дело такое, не спеша все сделаем. Главное, что вот она уже стоит, подогнана, все замечательно. Ну, посмотрим. Покатаю пока так, если где-то у меня там будет не проходить, либо там, где-то что-то. Всегда можно их развернуть и поставить по-нормальному. Они становятся замечательно. Все, мужики, на этом все. Будет, на погоде станет, будем заниматься реверсом. А сейчас немножко поеду, погоняю тут, проверю, как он на развороты, на повороты. Но это уже другой серии. Посмотрим. Все, всем пока, всем удачи. Не болейте.